Дорогие зрители канала «Серебряная птица», рады представить вам коллекцию украшений, посвященную музыкантам и меломанам. Приятного просмотра! Открываем обзор классическим комплектом в покрытии золочения. Вставки чарующий дымчатый розовый фианит в основании и дорожка из прозрачных фианитов. Ноты – это язык музыки, а ювелирные украшения – язык любви. Вместе они создают неповторимую гармонию, способную затронуть самые глубокие струны души. Обратите внимание на этот изящный комплект. Словно миниатюрный скрипичный ключ на вашей шее и в ушках. Черный фианит делает украшения более контрастными, а золочение придает им роскоши. Грациозный и поистине мелодичный узор изделий завораживает и приковывает взгляды окружающих. Этот комплект непременно создаст вокруг вас ауру ценителя музыки или даже профессионального музыканта. На вашем экране классический комплект из серег, кольца и подвески. Вставки – прозрачные фианиты в алмазной огранке, которые без лишнего акцента озаряют изящные узоры. Украшения подойдут для любого наряда в теплых или нейтральных тонах. Бесцветные фианиты универсальны, а миниатюрные украшения – отличные помощники для создания образов на каждый день. На вашем экране серьги и кольцо с геометрическими элементами. Изделия визуально напоминают нотный стан. Фианиты насыщенного цвета играют яркими бликами, словно ноты на музыкальной дорожке. Находка для тех, кто хочет добавить оригинальности в свой образ, но не любит громоздкие и броские детали. Следующий комплект – базовое украшение для нескучного образа. Вставка «Шпинель» глубокого синего цвета. Посмотрите, как благородно смотрится зеркальная поверхность ромбиков, расположенных тройной дорожкой. Словно линии с яркими, как звездочки, нотами. Перед вами детальное исполнение скрипичного ключа. Очаровательная и изумительная подвеска. Продемонстрирует не только вашу страсть к музыке, но и профессионализм в игре на инструментах или пении. Еще одно оригинальное украшение – брошь в форме скрипки. Доступны два исполнения – в искусственном чернении и золочении. Этот изящный аксессуар станет идеальным дополнением любого гардероба и подчеркнет вашу любовь к прекрасному виду искусства. А с какими стилями музыки у вас ассоциируется скрипка? И завершающая на сегодня модель – сувенир из серебра в форме свистка. Покрытие оксидирования, без вставок. Такой подарок меломану или музыканту подчеркнет ваше восхищение к его или ее талантам. Этот макет нетипичного музыкального инструмента придется по вкусу любителю эксцентричных и креативных музыкальных жанров. Дорогие зрители, напишите, пожалуйста, в комментариях, какие украшения вам понравились больше всего. И до новых встреч!